Всем привет! В общем, никогда такого не было. И вот опять. Что такое халяль? Ну и, в принципе, какое отношение к конечному потребителю? Это точка номер один. У нас в религиях алкоголь это особо у нас запрещено. Да? А можно узнать вот за вот эту вот штуку, которая у вас сейчас оплавляется? Ну, это же полиэтилен, да? Какой? На мясе полиэтилен. Это размораживается. Это размораживается так? Но оно же горит. Оно же токсичное. Вообще-то. Или вы не знаете об этом? Пленку не надо снимать? Как? Пленку снимать не надо? Она внутри это заморозилась. А если дети придут со школы и начнут это есть? Я сниму сейчас. Пожалуйста. Ну а потом решил зайти во вторую точку, там где такой же халяль, такие же люди, но отношение совсем другое, кардинально отличающееся от первого варианта. Слушай, а тут другой какой-то работал, да, парень? А вы всегда пленку снимаете с мяса? А почему в других не снимают? Можете рассказать? Оплавляют прям с пленкой. Не, я знаю, что он всегда снимает. Я вот просто в другую зашел перед этим, а там все в пленке. Он говорит, я размораживаю. Я говорю, а если дети придут? Ладно, спасибо. Ну и, соответственно, выводы делайте сами. Что вы хотите есть. Ну и, соответственно, где вы хотите есть. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Добавляйтесь в друзья.